Вот ручей, да? На самом деле это летописная река Лыбедь. В своем историческом, естественном русле Лыбедь течет только в одном месте – на участке вдоль Лысой горы, около 500 метров из общих 16 километров. По мнению Максимовича, в той части Лысой горы, что зовется Девичьей горой, или горой Девичьей Ариновской по имени княгини Арины, иначе Ирины, в старину было летописное село Предславино, где жила жена князя Владимира Рогнеда с дочерью своей Предславой. Откуда взялось название Лыбедь? Официальная историография приняла на веру легенду об основании Киева, изложенную летописцем Нестором в повести временных лет. «И быша три брата, а единому имя Кий, а другому Щек, а третьему Харив, и сестра их Лыбедь, и сидяша Кий на горе, где ныне увоз боричев, а Щек сидяша на горе, где ныне зовется Щековица, а Харив на третьей горе, отнюдь же прозвася Харивица, стариша городок во имя брата их старейшего и нарекоша и Кий». Однако у новгородцев были иные сведения. Рукопись сообщает: «Быша в великом Новиграде нецы и мужи и воини, сии речь разбойницы, люти зелу, три брата, первый брат Кий, второй брат Щек, третий же брат Харив, да у них же сестра Лыбедь, така же была храбра и велми красна, и много те мужи и сестра их зла творяху новгородцам, разбои чиняху во граде и по селам.
Новгородцы же граждане, мужей Кия и братью его и сестру их лыбить поимев и посадивши их поруб, и жены и дети их, и всех их числом до 30 душ, все были храбры и силны велми, и сидях у те мужи много лет в темнице. Новгородцы же их повелеша обесити. Далее новгородский князь Олег, вняв мольбам разбойного семейства, милует и отпускает Кия и братью его, и весь род его. Они же, идяху дебрием, по 2 месяц и доедоша реки великая, рекому до Днепра, и же течет из Руси на полдень в море теплое. Как бы ни было, братья и лыбедь обосновались в сих местах. Местом жительства самой лыбеди было селение на речке, что теперь именно лыбедью зовется. А селение потом назвали Предславино. Кроме полянки лыбеди, есть и другие варианты происхождения названия реки. Например, от слова «лебедь». Дескать, плавали тут лебеди. Или от слова «лебеда». По берегам лебеды много росло. А на знаменитом плане Киева, сделанном полковником Ушаковым, лыбедь вообще записано словом «колыбедь». Лыбедь начинается из нескольких истоков в нынешнем Соломенском районе. Все они текут под землей в коллекторах, под бульваром Лепсе, под проспектом Комарова. Перепад высот между истоком и устьем Лыбеди составляет 93 метра. Это больше, чем перепад высот Днепра от Киева до Черного моря. Поэтому течение у Лыбеди весьма скорое. Зимой быстрая Лыбедь, питаемая подземными водами и сбросами отходов, никогда не замерзает. В старину сильное течение было поставлено на службу. Река крутила валы водяных мельниц. Перед Первой мировой и революцией готовился к воплощению в жизнь проект по расчистке уже тогда замусоренной Лыбеди. По ней от вокзала до Днепра собирались переплавлять грузы. Но история поставила на этом жирный крест. Еще в первой половине 20 века река была достаточно могучей, чтобы весной 37-го на дюжину дней затопить территорию от улицы Героев Стратосферы, современный Воздухофлотский проспект, до Евбаза, современная площадь Победы. Вода поднялась на 1 метр выше первых этажей домов. На протяжении своего течения к Днепру Лыбедь вбирает в себя воду притоков, древних речек и ручьев, которые теперь загнаны в подземные коллекторы. Упомянем лишь некоторые названия притоков. Волочаевский, Вершинка, Песчаный, он течет под зоопарком, Скоморох, Мокрая, Клов, Совка, Ямка возле улицы Ямской, Ореховатка. Не только эти природные притоки наполняют Лыбедь. Многочисленные автомойки и гаражи, натыканные вдоль ее русла, насыщают ее нефтепродуктами. В конце 90-х годов, когда еще жива была промышленность, около 100 предприятий сливали отходы в Лыбедь. Вероятно, уцелевшие заводы делают это по сей день. Стараются не только заводы. Сейчас мы покажем вам, какой была Лыбедь в летописное время. Нынче один из ее истоков восстановлен в парке Отрадный в виде длинного озера. Мы сейчас движемся по территории Национального авиационного университета к тому месту, где когда-то был исток Лыбеди. Примерно такой и была Лыбедь на своем протяжении в былые времена. Thank you.
Идем. Здесь и начинался один из истоков реки Лебедь. Сколько рек было, да? Ну, они еще, видишь, остались, но загнаны в коллектор. Вот если бы их выпустить, похоже, на то, и там, и вот тут, видишь, такие две. Да, сейчас тогда. Вытекала вода. Тут труба была явно. Мы снимали эти кадры для игрового фильма «Сваха». Про озеро Глинка мы знали мало. Что озеро это очень глубокое, что его несколько раз пытались безуспешно осушить, что в 19 веке тут добывали глину для близлежащего кирпичного завода.
И когда спустя год после съемок озеро и парк неподалеку обнесли строительным забором, мы решили на основе снятого материала сделать сюжет, чтобы осталась память. Возле станции метро Лыбицкая, за обочиной бульвара Дружбы народов, на стыке Черной горы и Саперной слободки, в глубокой лощине притаилось это молчаливое озеро. Оно молчало, когда люди усеивали берега его мусором. Осушить пытались, тоже молчало, однако не поддалось. Какое-то предприятие присосалось к нему трубой. Не то забирает, не то сливает. Водятся тут утки, плавает зверь-рыба-щука. А некогда в нем и купались, и запускали разные модели корабликов, и отдыхали на склонах, пока первый, а за ним остальные разбойники не решили, что сюда можно сбрасывать хлам. Поглядим в историю. На чертеже 1695 года местность, где озеро сие, обозначена. Горы, бояраки, леса и заразы. На карте уже 1820 года тут есть не только озеро Глинка, но и близлежащий ручей, приток Лыбеди. Вообще удолье Лыбеди в приближении ее к Днепру было весьма богато на глину, поэтому по краям речки вырастали один за другим кирпичные заводы. Киевский кирпич немало ценился в Российской империи и приносил хорошие барыши владельцам заводов, чьи рабочие ютились в хибарах. В начале 19 века рядом с озером появляются кустарные заводики – натуральные сараи, где лепились и обжигались кирпичи. К концу 19 столетия подле озера Глинка разместился кирпичный завод Субботина. Рядом прилепился еще один – Бернера. Были частные жилые домики. В 20 веке после Великой Отечественной войны около озера тоже стоял кирпичный завод и частные усадьбы, кои были снесены при разбивке парка напротив озера. Местные жители дополнят историю своими словами. Интересно у вас. Сейчас, подождите, мы смотрим. Вест-Кост делаем, да? Сейчас, Петя, расскажи ты. Давай вдвоем расскажем. Да, да, давайте. Не, я стесняюсь. Не, Валера. Петя, вдвоем, я же не знаю, что. Рассказывай. Расскажите, это, интересно. Рассказать, ну это я расскажу. Тут раньше был такой забор 4-метровый. Угу. Тут больница, и тут сюда выкидывали пуповины, да? Детей выкидывали. Ужас. Детей выкидывали, мертвых именно. Потом тут еще затонуло, два КамАЗа затонуло. Интересно. Трактор затонул там. Полонисты ныряли, не могли найти. А где это было конкретно? На середине речки, Глинка. Она очень глубокая, там ныряли аквалангисты, даже не могут найти дно. Интересно. Получается, что здесь еще до сих пор где-то есть скелеты, оставшиеся от младенцев этих, тут да? Тут уже, когда выкачивали воду, 50 трупов даже находили. Ужас. И вот видите, тут такая, ну, тут пещеры были. Да. По-настоящему, мы не хватили, когда маленькие еще были. Все, расскажу. А что да, короче, тут есть речка. Вы вырезаете, да? Да, да. Речка Лыбедь. Ты не привык на камеру. Тут есть такая речка Лыбедь, там дальше пройти надо. Быстрое течение, и там типа умирают. Много людей умирают. Что там памятник есть, написано типа «Вошедшие во тьму», типа как там написано? Они ушли во тьму, хотя стремились к свету, короче. Потому что это там 15 человек типа ушло в туннель, и не вернулось. Да, в 2002 году, по-моему. Угу. Они все хотели увидеть, до кого этот туннель ведет. Говорят, там типа какой-то такие звуки еще такие. Говорят, там какой-то викинг живет, типа. Викинг? Ну, страшно, да, там. Ну там такие звуки. Типа же такого. Потому что, ну, да, когда там проходишь возле туннеля, там слышно. Там еще, знаете, хресты раньше были. Там уже позамалевали вот эти красные хресты, типа. Анархия, знаете? Да. Красные. Это такие. Где? Это там. В туннеле, да? Да. Говорят, там какой-то подземный замок. Ну, это просто рассказывали нам. Расскажите подробнее это. Что за подземный замок? Не замок подземный, там просто убежище вот этих сатанистов разных. Ага. И эти сатанисты, они всегда там, ну, типа, сатане молятся, там такие там. Ну это так, непроверно, просто говорили там. Один пацан пришел тоже, типа, как-то. Кто-то говорил, что там можно дойти в одну сторону до Чернигова, если до конца идти, а так в Киеве где-то можно выйти где-то. Где-то в Киеве тоже можно, если постараться выйти. И там надо, типа, нам говорили, брать фосфорную нитку, потому что там лабиринт. Угу. Там можно и 3 дня. И мы с ним хотели идти туда.
потом забоялись, когда так не хватило времени и не пошли вот это. Ну правильно, вот, а чего идти там еще? Не выйдете еще. Такие пироги. Да. Так, я передаю привет, короче, родителям своим, что они сейчас со мной смотрят фильм, я знаю. Привет передаю. Деду передаю привет. Сейчас я сижу, смеюсь, я знаю, с дедом. Все, привет Ющенку, одноклассникам, Пете, Валере, там всем, Боре. Все. Слепой и глухой, что ему. Ну, про... А как зовут его? Каштан. Сколько лет ему? 17. О, ого. Уже нечего говорить. Неинтересный земля. Спиной находятся ворота в Кметовьяр или дача Хрущева. Тут из родника брала свое начало легендарная речка Глубочица. Вот оно, начало Глубочицы. Так вот место древнее, летописное Глубочица, самый ее исток. Родник. Thank you.
что преграждает путь к Гогочице? Выходим на улицу Кметовья. Это Солевая или Соляная улица. Раньше она называлась Волчьим Яром. Свое второе название она получила от того, что здесь стояли колодцы с соленой водой. Yo.
гора Щековица. Она же в древности Сковика или Ольгова гора. Названа так потому, что здесь был похоронен легендарный князь Вещий Олег. Вот мы как раз идем по улице Олеговской. Представляло собой одно сплошное кладбище, которое в начале 20 века было снесено в пользу усадеб. Сейчас осталось только одно кладбище, Старообрядческое. Закревский пишет: около 1844 года в двухэтажном доме, составляющем часть фундамента Андреевской церкви, жил некто Иван Босый, уроженец города Зарайска, названный так потому, что ни в какое время года не носил обуви, и в самые лютые морозы его видели босым на улицах Киевских. Жизнь свою он посвящал непрестанной молитве и сбору подаяний, употребляя их на содержание в Андреевском доме странников, число которых иногда достигало до 200 человек. На заднем плане мы видим Юрковицу, одну из киевских лысых гор. Некогда между Юрковицей и Щековицей протекал Юрковицкий ручей. На месте озера нынче находится разрушенный хлебзавод. Мы спустились на Глубоческую улицу. Вот видны ее берега Глубочицы. Это то, что построили на ее берегах. Возводят новые кварталы. Все в строительных заборах. Это бывшая игрушечная фабрика имени Карла Маркса. Thank you.
Вот тут берега глубочатся. Интересно. А ты снимаешь, да? А если бы это самое, вот снять такой, знаешь, типа, это небольшой документальный фильм насчет того, как бы, знаешь, с критикой капитализма, то есть в стране даже просто по Киеву показать, что так, знаешь, такие на контрастах сыграть. Я бы не понял, знаешь, это было очень интересно. Скажем, допустим, то-то, блин, банк, торговый центр, Хатынки. Я даже знаю, это у меня недалеко там начали райончик заокруживает, да, дорога, там Хатынки такие, знаешь, давно уже, или там прочее, или сравнить. Вот здесь, в глубочицу из Кожемяк, вливалась река Киянка. Здесь река сворачивала к Днепру и текла подолом через улицы Верхней и Нижней Волы. После пожара 1805 года русло в этой части выпрямили, а местное население сливало сюда помои, отчего река на этом своем протяжении называлась канавой. Впрочем, в 1830-х годах канаву почистили, а вдоль нее разбили бульвар с деревьями, чтобы люди прогуливались. Но лепота длилась недолго, канаву снова загадили. Газета «Киевляне» сообщает в году 1867. Почти в самом центре Киева-Подола, во всю ширину его, от горы до Днепра, проходит канава. И, служа стоком нечистот, а под мостиками общественным ватерклозетом, распространяет на всем своем течении едва ли способствующие общественному здоровью газы. Не очень, впрочем, давно еще канава имела не одно только то назначение, какое усвоено ею теперь, то есть служить местом городских публичных домов. Здесь же глубочица поворачивала в Днепру. Наконец, именно в этом месте глубочица превращалась в знаменитую Подольскую канаву. Именно здесь начинался сей благообразный бульвар вдоль речного берега. В начале 20 века канава служила источником болезни среди подолян. Киевские власти пытались выбить из Петербурга средства на взятие канавы в коллектор, однако это сделать удалось только в советское время. Мы находимся на Почтовой площади, на Подоле, в одной из старых частей Киева. Старого тут осталось уже немного. Современная буржуазия сносит целые кварталы, строит банки, значит, в домах селит офисы, бутики, кафе. Видите, вон там Боричев взвоз, он же Боричев спуск, заслоненный новостроями. Это под нему, с показным почетом, в ладьях поднимали древлянских послов. И в этих же ладьях их же живьем и закопали по приказу княгини Ольги, которая слыла в народе вдовьей заступницей. А это выше, площадь возле Михайловского собора. Дело-то как было. Князь Игорь, муж Ольги, захотел взять с древлян дважды один и тот же налог.
Второй раз у него не получилось. Древляне, оберившись на такую наглость, поймали князя Игоря и казнили его. Нагнули два дерева молодых, привязали одну ногу другую, и отпустили его, разорвало пополам. И Ольга решила за своего мужа отомстить. Сначала древляне посылали к ней послов, она их принимала, но первых она сожгла в баньке, вторых она закопала в ладьях в землю. А потом она поехала к древлянам справлять тризну, пир на повиновение, по Игорю. И по древлян приказала своей дружине убить их. И было убито до 5000 древлян. Памятник по проекту архитектора Кавалеридзе. При его постройке духовенству не понравилось, что у Ольги слишком большая грудь, и Ольга держит меч. В итоге Ольга стала держать в руках складки своей одежды, тем самым все же подчеркивая свою властность. Большая площадь, какой она была раньше и теперь. А вот слева Рождественская церковь. В ней 7 мая 1861 года отпевали Тараса Шевченко. Несмотря на сильный дождь, рядом с церковью собралось несколько тысяч человек. Чего их недавно зацементировали в доме под снос. А вот поглядите, справа от фуникулера, где сейчас находится парк Владимирская горка, раньше стоял сделанный из черного дерева идол Перуна, бога громовержца, который был сброшен Владимиром Красным, что солнышко с горы в реку. Склон, по которому идол катился вниз, прозвали чертовым беремищем, так как после того, как ввели на Руси христианство, всех языческих идолов называли одним словом – черти. Также эта гора носила название Кучинская по имени Кучинского сада. Кроме того, в начале 19 века за этой горой закрепилось слава места, на котором собираются ведьмы и упыри. До разбивки сада гора была без леса, такой себе вот лысый холм. На месте Кучинского сада потом был разбит аптекарский сад, где выращивались растения для лекарственных нужд. Это по версии Берлинского, а по версии Закревского сад Кучинского находился по другую сторону от нынешнего фуникулера. Сейчас я предприму восхождение на очень крутую лестницу. Да. Оказывается, тут нет никакой лестницы. Да, тут весело. Блин. А это что, должна быть, да? Должна! Как оказалось, после леса лестница таки была, но несколько правее ее скрывал от нас строительный забор. А всего нам пришлось подняться на высоту эдак метров 60 и даже выше. А вот остатки старинной лестницы. Вот Владимирская горка. Она же Кучинская гора. Вот
вот именно по этой старинной лестнице ходили люди 19 века с белыми зонтиками, в кожаных башмаках. Открытки того же времени. Вид с горки на Подол. И верхний памятник князю Владимиру, львиную долю работ над которым выполнил известный скульптор Петр Карлович Клодет. А вот строго по древнему Боричеву спуску проходит фуникулер. Мало кто знает. С 1846 по 1847 годы Тарас Шевченко вместе с другим художником Сажиным снимали здесь мансарду, где жили и устроили мастерскую. Там все написано, Танечка, там все написано, как мы выглядим. Вот в этом доме когда-то жил Тарас Шевченко. Адрес прежний, Козий переулок. Отчего он Козий? Вот тут было Козье болото. Может быть, не совсем тут, а вглубь или чуть левее, разница невелика. Отсюда раньше вытекал в сторону Бессарабской площади ручей, который впадал в Клов. Именно этот безымянный ручей теперь называют Крещатицким, хотя исторический ручей Крещатик находится совсем в другом месте. Вот на заднем плане Институт благородных девиц, затем его называли Октябрьским дворцом. Улица Крещатик расположена в древнем урочище Перевесище. Тут построят небоскреб.
Европейской площади, бывшая Царская или Александровская. Слева на заднем плане дом купеческого собрания, теперь филармония. В нем очень хорошая акустика, лучшая в Киеве. Вот мы начинаем идти вниз по Владимирскому спуску, бывшему Александровскому. Именно здесь проходила линия первого в России электрического трамвая. Слева расположена Владимирская горка, а справа здание – это заведение искусственных минеральных вод. Ручей же сливался с холма вниз, именно в этом месте, где сейчас находится лестница, которая ведет к памятнику Магдебургскому праву. Место это именовалось Крещатым Беремищем, и когда Киевские горы были выше, по склонам его стояли маленькие домики. Вот здесь и тек Крещатый ручей. Нормально, да? Да, да. Жлобство. Вместо нее, например, так дешевый вариант сделать бы нормальную вот такие ступеньки. Да, да. Напрямую сюда, так. Будет спускаться сверху в тазиках. Кстати, в тазик. Всё, сел и гремишь до самого низа. Лучше это самое, какой-нибудь корыто или ванночку. О, да, это тоже удобно. Это так круче будет. Ну, в тазике, понимаешь, и ноги висят. Смотри, вот это же кто-то специально швырнул камнем. В 1802 году император Александр I возвратил Киеву Магдебургское право. Благодарные жители возвели в честь ему событию колонну в обход самого императора, не уведомив его. И вот царь дает военному губернатору Феншу указ-намек, что это памятник не возрождению прав древние, но памятник святому и равноапостольному великому князю Владимиру. Так и переименовали памятник, а Фенш вскоре слетел с поста в пользу генерала Тармасова. По легенде, именно здесь, вместе впадения Почайны в Днепр, а также Крещатинского ручья в Почайну, князь Владимир и крестил своих детей. 12 сыновей от 9 наложниц. А остальных киевлян он крестил дальше, там, где нынче Почтовая площадь.
маршрут скоро снимут. А домов слева уже нет, их разрушили. В древности здесь располагалась песчаная коса, которая отделяла реку Почайну от Днепра. Эту колею трамвайную скоро снимут. Сейчас мы вам покажем место и объект, о котором знают немногие. Ага, а знаешь, что в контакте с нами Сафиханова есть? Именно за что сюда некогда времени следи за какими-то смотрителями. Ванды, прям как большой адронный коллайдер. Скажи, что это за странное место? Где мы? Ну, здесь находятся обломки космического корабля, который так и не был запущен в космос. Вот крылья. Это дюзы? Вот. Наверное. Это вот дюзы. Офигеть. Дюзы. Проект Z. Снятые кадры эксперта из области ракетостроения. Он пожелал остаться неизвестным. Ну, вот это бордерон гермоадаптера отстыковочной части. Вот она переходит в служебный модуль. Это нечто вроде недостроенной космической станции, которая проходила обкатку сначала на Земле перед станция или ее прототип. Это сказал человек, не введенный в контекст дела. Мы просто показали ему кадры, он выразил мнение. Что же на самом деле стоит на заброшенном киевском пустыре? По крупицам мы собирали сведения, и постепенно из мрака тайны проступали очертания великой истины. В конструкторском бюро Института гражданской авиации проект шуточно называли «Звездная экспериментальная диспетчерская», сокращенно Z или «Проект Z».
Разработка его началась еще в конце 70-х, а вывод на орбиту и монтаж планировался на 2000 год. Zed должен был стать не просто еще одной космической станцией, а контролирующим узлом нескольких маршрутов орбитальных трамваев. Тогда, в 70-е, грезилось именно такое развитие космической техники. Звездный трамвай посредством антигравитационной силы взлетает вертикально на высоту, откуда Земля кажется голубым шариком, дожидается, пока планета прокрутится на нужное расстояние и производит вертикальную же посадку. Так, никуда не прилетая, трамвай преодолевает расстояние в 1000 километров. Заведовать всем этим хозяйством и предназначала станции, остатки которой известны местным жителям и студентам как Объект Z. Название это осталось на слуху, потому что информация о проекте не могла оставаться в стенах КБ. Но время предало сам проект забвению. С крушением Союза работа над объектом прекратилась. Трамваи не полетят. Знаешь, что это? Это же гигантские конденсаторы. Да? Это в самом деле энергоемкий конденсатор. Такие использовались в оборонке, начиная с 60-х годов, и практически с того времени не изменились. Дело в том, что на орбитальной станции, на особых креплениях, фермах, есть солнечные батареи, и конденсаторы служат для накопления оттуда энергии. Тайны, как грибы, где одна, там и другая. Судя по всему, объект Z заинтересовал не только людей. Через несколько минут, может быть, впервые в истории человечества, мы покажем вам настоящие следы пришельцев. Да, пришельцев. Неподалеку от объекта Z находится корпус Института авиации, окруженный яблоневым садом. Яблок в округе много, это бывшие земли совхоза, который выращивал яблоки. Место тихое, безлюдное, можно ходить незамеченным. Однако неизвестному это удается не всегда. Студенты дали ему прозвище «Агент Макинтош», говорит студентка, пожелавшая остаться неизвестной. Что я вам скажу? Было тут, наверное, раз в неделю, обычно после дождя. Это как-то связано, он и ночь. Как-то мы сидели с друзьями под объектом Zed, и Макинтош появился метрах в 10 от нас. Как он выглядел? Как обычно показывают пришельцев в кино, глазастый такой, большеголовый. И что он сделал? Ничего, наверное, мы его спугнули. Он приходит на объект, знает, что-то проверяет. А еще он бывает возле нашего корпуса. Зачем? Яблоки. Его привлекают яблоки. Он не ест их. Он как бы берет пробу, надкусывает. Преподаватели знают. Видели его? Знает, но предпочитает молчать. Вот оно. Проба взята. Где-то здесь, в основании улицы Новодницкой, брала свое начало речка Душегубица. А возможно и не здесь, а ближе к площади Лесі Українки или вообще со стороны Суворовского училища. Староноводницкой, некогда называющейся Неводницкой, которая расположена в урочище Неводничий. На самых старых картах это урочище называется Душегубицей.
а затем уже появляется название Неводничи. Вот впереди улица Панфиловцев, в советское время сонная и вдохновляющая. Огибая Царское село, сторона Водницкая поворачивает. А вот соседство старой застройки и новой. Остановка Водоканал. Лишь в самых захолустных местах можно встретить урны. Сейчас мы пойдем искать душегубицы. Я думаю, что надо свернуть вот левее к овражку этому. Давай сверну. Или ты планируешь так вот, по прямой? А я вот думаю, вот как лучше? Идем тут сначала, потом. Или... А я не знаю, идем сейчас тут, потом. Может, не в Ого! Вот так овраг. Глубокий. Однако. Глубокий овраг. Я снимаю. Поэтому эти кадры, они пойдут в историю. Черт их не вижу. Холм, на котором расположено Зверницкое кладбище. А вот сам по себе овраг душегубится. Вот он. Вот она стекала тут, а вот ниже он взят в коллектор. Если мы так пройдем, вот тут тропинка, я предлагаю с тобой сходить по тропинке. Это что скажешь, идем? По этой как-то? Вот, смотри, вот так. И наверх, вот к той приступочке, и ага. Потом левее. И проследи просто, где она хоть выходит из земли. Душегубица. Да, я вас снимаю. Давайте. Лестница для тебя тут не возвели еще. И вот так вот идем вот туда сейчас. Я спускаюсь сюда, прохожу. Вот так. И, ну, коробочка от мобильного телефона. Да тут столько разного добра. А золотиться можно. Киски этот. Вон дайк. Так, душегубица знаменитый, с крутейшими берегами. Вот. Героически для съемок фильма съемочная группа лазит по оврагу душегубица, древнему и зловещему оврагу. Вот. Коля сползает, он не альпинист, но он старается, как может. Как умеет. А вот начинает скользить оператор. В то время как Коля хватается за какие-то палки и становится в бортовские позы.
Оператор пытается спуститься. О, банды! О, банды! Подниматься по тяжелому ключу. А мы спустимся и выйдем возле площади Дружбы народов. Именно. Так, сейчас я... Попытка... Я живой. Вот. Ты камеру снимал? О, вот он откуда истекает теперь. Вот его исток. В 2006-м отсюда тек больший поток воды, скажем так. А теперь она, как вы видите, едва сочится из глинистого берега. Интересно, что сюда что? Молния во время грозы попала. А в принципе могла, тут же вода. Я тоже. Опа. Америка, Европа. А вот видишь, тут, вероятно, спуски в коллекторы. Вот. 1, 2, 3, 4. Да, раздолье для диггеров. 4, да. Закрыто. Ага. Слышишь? Журчит там. Сейчас снимем. Однако. Сейчас снимем там. Течет река. Течет река. А жаль, там ничего не видно. Да. Это еще звук. Тише. Течет река. Течет река. Течет река. Течет река. Интересно. Идет каскадами, террасами. Родники и питают реку. Еще несколько лет назад здесь текла вода. Душегубицы. Оля, хлопшина моторный. Теперь я полезу. Опа. А, фигушки. Нет, я могу, я смогу, я падаю.
камере проще. Конечно. Другой совсем баланс. Вот и я. И смотрим последний раз на душегубицу. На самом деле этот овраг очень глубокий. Просто съемкой на любительскую камеру это не столь очевидно. Здесь у подножия Зверинецкого кладбища река Душегубица окончательно уходит в землю, чтобы продолжить свой путь к Днепру. А ранее на этой площади, площади Дружбы народов, Невельницкий ручей образовывал озеро Проклятое. Это памятник статуе Родины Матери. Из Проклятого озера Невельницкий ручей протекал далее. Вдоль холма, который вы видите впереди, он сворачивал левее, к Днепру, затем направо и вливался в озеро Затон. Ботанический сад, участок хвойных. Раньше, во времена Киевской Руси, здесь стоял княжеский Красный двор. Глаголишь истину. Повесть временных лет рассказывает, что в год 6604, он же 1096, случилось вот что. И 20 числа того же месяца, речь идет об июле, в пятницу, в первый час дня, снова пришел к Киеву баняк, безбожный, шелудивый, тайно, как хищник. И чуть было в город не ворвались половцы и зажгли предградье около города. И пришли к монастырю Печерскому. Тогда же зажгли двор красный, который поставил благоверный князь Всеволод на холме, называя его Вырубецким. Итак, здесь находился Всеволожий Красный двор, или загородный дворец, куда на старости лет укрылся от чад своих князь Всеволод, сын Ярослава Мудрого. В 1096 году этот деревянный дворец был сожжен при набеге половцев на Киев. А во главе половцев стоял легендарный князь или хан Шелудивый Боняк. Перед битвами Боняк занимался гаданием. Происходило это так. Боняк в полночь удалялся от войска и выл по-волчьи. Ежели волки отвечали ему, Боняк расценивал сие как предвестие победы. Прозвище «Шелудивый» же значит вот что. Некоторые люди рождаются в сорочке, то есть с родовой пленкой на голове. В старину ее не снимали, считая за благословение богов. И пленка прирастала. Человека с такой штуковиной на голове и называли «Шелудивым». Стал под Киевом хан Боняк. Волховат задумал хан Боняк.
удалился ночью от войска хан Боняк. Через дебри под Лысую гору. Волком выл хан Боняк. Отвечали ему лютые волки. Когда мы снимали этот сюжет, то, основываясь на старинных картах, предполагали, что нашли речку Бусловку, славную своей вкусной водой, за которой съезжались водовозы со всего Киева, чтобы затем ее продавать. Уже после выпуска первой редакции этого фильма мы нашли другие карты, более точные, из которых следовало, что истинная Бусловка протекала в другом месте. Она и нынче течет, но уже в коллекторе вдоль улицы Киквидзе. Ручей же, который мы вам здесь покажем, нынче носит название Ботанического, или, как говорят диггеры о его заключенном в коллектор участке, Нет Кейв. А как называли ручей в старину, пока неведомо. В этом овраге мы предполагаем текла река Бусловка. Предположение было неверным, но смелым. Может, ты прав. Так сегодня. Да.
здесь два течения. Мини-водопад. Примерно 50 сантиметров высоты. Я снимаю, как думаешь. Переправляться тут. Теперь я. Интересно, что тут дно с мелкими камешками. Ага, интересно. Вот видите, у меня тут уже русло такое хорошее. Явно с помощью палочек очерчивали русло ручья. Ну, сложно заподозрить, что это делали бобры. Может, гномы. В принципе, для чего бы люди здесь делали? Берега. Вот берег, укрепленный палочками и кусочками коры. Смачная грязь там. Так, я тоже вот где-то так влез. Берег, укрепленный палочками и кусочками коры. Зачем? Бобры или люди, или неизвестные существа? Коля выдвинул версию гномы. Гномы. Все может быть. Или зеленые карлики. Да, либо самые пришельцы миниатюрные, да, с космоса. Они же тоже есть такие, которые ростом 20 сантиметров. А, всякие. Сейчас. Смотрит на нас. А где она? А, вот. А, вижу, вижу. Вот, спускается, а вот вход Бусловки в коллектор. Вот он. Вот сейчас мы его покажем зрителям. Вот вход. А вот. Я сам зайду. Давай, если бы мы были диггерами, то вооружившись какими-либо осветительными приборами, мы бы смело ринулись в коллектор и вышли бы в районе Выдубицкого озера, но мы не диггеры. Так для этого эти самые акваланги бы еще далеко отсюда идти? Ну, метров, не знаю, 300 с чем-то, но мы без фонариков и без снаряжения не пробуем. Сначала пришлось бы идти согнувшись. А там шире дальше? Что? А дальше пошире? Не знаю. Туда, наверное, по-моему, да, и вообще на четвереньках надо. Смотри, уже тут такое приличное довольно. Угу. И сходим течение куда-нибудь с ним, да? Можно, если ты не... Ну, сейчас уже холодно. Сейчас, да. Это не более. Если, конечно, оно даже полазить интересно. И мне, как бы тебе сказали, что тоже очень интересно будет посмотреть, ну, хотя бы, знаешь, какие основные, этот самый... В Киеве, в подземке. Хотя в Киеве коллектор в основном, да? Да.